Всем привет из Питера, с вами Андрей. Скажу сразу, я никак не хотел делать подобное видео. На просторах Ютуба такого рода роликов полно, но это не основное. Для чего я делаю подобные ролики? Я беру местность, страну или регион и в своих подборках показываю и рассказываю 10 самых больших городов. Таким образом, я пытаюсь развивать свой и ваш кругозор, показывать то, что в этой местности есть не только столица, но еще и множество интересных городов. И после нежелания делать подобный ролик, я все-таки открываю сайты и смотрю видео в Ютубе. И знаете, что ни одного точного топа я не нашел. Клянусь, везде в каждом ролике, либо на сайте присутствует ошибка. Минимум одна, но точно есть. Многие путают зафиксированные границы города с агломерациями. У многих просто какая-то каша с непонятными цифрами. Поэтому я засучил рукава, открыл Википедию и сделал для вас топ-10 самых больших городов в пределах городских границ. Если вам нужен топ-10 самых больших агломераций, то добро пожаловать в комментарии, и такого рода ролик я готов сделать. Ну что, друзья, погнали! 10 самых больших городов мира. 10 место. Москва, столица России. А начну я, пожалуй, с того, что Москва уже совсем скоро благополучно может покинуть топ-10, так как ее догоняет Сан-Паулу и целая плеяда китайских городов. Ну а пока 10 место с населением 12 655 тысяч человек. 9 место – Тяньцзинь. Пожалуй, самый быстрорастущий город нашей подборки. Демографы ООН по-прежнему наблюдают демографический рост во всех городах Китая. И Тяньцзинь вырастет с 13,2 миллионов до 15,7 миллионов человек за ближайшие несколько лет. Население города на данный момент 13 245 тысяч человек. 8 место. Токио, Япония. Токио – это город, который обладает самой большой агломерацией в мире. Большой Токио насчитывает 38 миллионов человек, но в пределах городской черты в городе проживает 13,5 миллионов. И 10 место в нашей подборке. 7 место. Гуанчжоу, Китай. Город субпровинциального значения Китайской Народной Республики. Яркая светящаяся картинка. Кстати, рядом расположен тоже огромный Шэньчжэнь. Возможно, города объединятся в суперогромный город. Сейчас же в Гуанчжоу проживает 14 миллионов 43 тысячи жителей. Лагос, Нигерия. Единственный африканский город, который присутствует в нашей подборке. Кстати, демографы ООН утверждают, что Африка в скором времени по населению догонит Азию. Население города 14 миллионов 862 тысячи жителей. Карачи, Пакистан. Пакистан, по сути, та же Индия, благодаря англичанам, которые оформили тут свою колонию и разделили Индию, но это больше историческое, а нас волнует демографическое. Раз уж пакистанцы, по сути, свои те же индусы, то и плодятся они так же. И 5 место в нашей подборке. Население Карачи 14 миллионов 910 тысяч жителей. 4 место – Мумбаи. А вот, кстати, и Индия. Мумбаи – не столичный город, но по населению опережает Дели почти на 6 миллионов человек. Город, кстати, интересный. Тут расположен Болливуд. Еще город является самым большим портом на западе Индии. По сравнению с другими городами Индии, Мумбаи отличается сравнительно высоким уровнем жизни и высокой деловой активностью. Население города 15 миллионов 414 тысяч жителей. Стамбул. Крупнейший город Турции. Главный торговый, промышленный и культурный центр. Основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую и азиатские части, соединенные мостами и метрополитеном. Величественный Константинополь сейчас на 4-м месте с населением 15 462 тысячи жителей. 2-е место – Пекин, Китай. Пекин – столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Пекин с трех сторон окружен провинцией Хэбэй и граничит с Тяньцзинем. В Пекине находится штаб-квартира большинства национальных компаний Китая. Естественно, Китай впереди планеты всей. Ну а до первого места не так уж и далеко. И самый большой город мира, естественно, китайский Шанхай. Уютный, гостеприимный и в то же время самый высокоразвитый мегаполис в Китае. В нем удивительным образом переплетаются западный шик и восточное очарование. Мегаполис изобилует дорогими ресторанами, умопомрачительными небоскребами, модными торговыми центрами, казино, роскошными отелями и старинными архитектурными зданиями. Население Шанхая 24 миллиона 870 тысяч жителей. Итак, друзья, это были все 10 самых больших городов мира. Для тех, кто на бронепоезде и нужно разъяснять, немного более доступно. Это были те города, которые расположены в пределах своих границ. Это не агломерации. И да, единственное с Чунцином.
особо ничего не понятно. Границы города тоже вообще не ясны, слишком огромная площадь города. И нас интересует урбанизированная часть города, поэтому этот город катится колбаской по Малой Спасской. Ну какого хрена, его площадь 38 раз больше Токио. То есть, ну блин, это вообще нелогично. Это не город уже, а какое-то большое пространство. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте на лайки. Это самый четкий, самый проверенный топ, который вообще вы можете найти на просторах интернета. Что ж, с вами был Андрей. Подписывайтесь на канал, нажимайте на лайки. Главное, берегите себя. Всем пока.